В Семее близится к завершению работы по благоустройству территории новой мечети. Стоимость данного проекта 681 миллион тенге. Финансирует его Туркестанская область. По заявлению подрядчика, 90% работ уже выполнены. Работы по благоустройству территории мечети начались в июне. Она занимает площадь в 47 тысяч квадратных метров. По словам представителей подрядной компании, здесь создаются все условия для посетителей. На площади 800 квадратных метров установлены детские игровые площадки и тренажеры. С обеих сторон мечети построена автостоянка на 500 машин. Установлены 83 скамейки и урны. Озеленено 17 тысяч квадратных метров территории. Из запланированных 400 саженцев елей сейчас высажены уже 300. Площадь прилегающей к мечети территории насчитывает 49 тысяч квадратных метров. 18 тысяч из них были асфальтированы. На 8 тысячах квадратах мы уложили брусчатку с бордюром. Постелен керамогранит. Можно сказать, что на сегодняшний день 90% работ завершено. В работах по благоустройству задействовано 60 рабочих и 20 единиц техники. Практически все материалы, используемые в строительстве, производятся в нашем городе. По словам начальника участка Ержана Жангирханова, подрядчик помимо благоустройства несет ответственность и за подачу электроэнергии. Эта работа идет по графику. Устанавливается 200 фонарей. В этой мечети будет 150 черных фонарей, 30 на одной стоянке и 20 на другой. Далее над минаретом будут освещающие красно-зеленые светильники. Их мы установим на следующей неделе. Далее по проекту будет строительство двух пешеходных мостов со стороны объездной дороги. Помимо этого предусмотрено строительство медресе. Результаты проделанной работы проверит специальная комиссия из Туркестана. Срок сдачи объекта намечен на 15 октября. Сауле Байгалиева, Бердыбек Кармбай, Елжан Максумов, телеканал «Семей».